Отлично, отлично, отлично! Я выживаю! В воздухе нельзя корректировать полет! Ну блин! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас. Гусанёк, Куёка, Ампер, вкусный пирожок, Думгай и Хелтфан. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет, Вадь! Всем привет! Здорово! Всем присылаю привет! Ребятушки, мы скачали здоровенный воздушный лабиринт, и будет пацаны выживать, а я их буду мочить за фиолетового челика. И кто умирает, тоже берет фиолетового человека, и в конце будет 7 психов с ножом и один выживший. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кто будет падать с карты, тоже берет фиолетового челика, потому что когда вы будете падать, вы сразу умираете. 3, 2, 1. Выживание началось. Кстати, коридорчик здесь очень тоненький, я могу даже вот так махать ножом и убивать всех. Фиолетовый чилипиздрик. Блин, а я забыл, что так можешь делать. Да. Ах ты тварина. Блин, да это не че... Ладно, это честно, это честно. Красиво ты меня обманул. Но я знаю, что каждый прыжок по 10 жизней занимает. И ты так 10 раз прыгнешь и умрешь. Йока, а ты от кого убегаешь? Я один. Так. А, фиолетовый человек-молекула. Гонюсь. О, Димасик там бегает. Бегу. Давай. Я сейчас никого не вижу на горизонте. А, сейчас увидишь, не переживай. О, блин, чуть не упал. Если понравится этот ролик, обязательно подпишитесь, поставьте лайки, напишите крутой комментарий. И каждый плюсик показывает то, что вам нравятся такие классные карты запутанные. Будем стараться их больше всех записывать. Вы знаете, что делать. И если вы хотите в нашу команду, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. Мне интересно, я вообще в этом ролике убью кого-то или нет? Но я буду делать так, чтобы вы падали. И когда кто-то один упадет, у нас уже будет двое. И это будет все больше, больше и больше. Я в ловушке. Сейчас упадет, смотрите. Так, гусь вонючий. Привет. Эй, гусь. Дим, ты что так пугаешь? Так, никто не умер. О, знаете, что мы сделаем? Чтобы было веселее, мы сделаем реалистичный урон от падения. Не надо, да, да, смотрите. Опа, все, ребята. Вы теперь не сможете высоко прыгать. А чтобы было сложнее. Вы что хотели, чтобы я 40 тысяч минут за вами гонялся? Так, а главное, чтобы я не упал. Привет. Так. Ого, у меня жизнь не отняло. Нифига себе, упал чуть-чуть. Вот и сейчас бы я мог бы упасть. Ну сейчас ты это сделаешь. Так, Куя, как ты туда забрался? Блин, а карта запутана, реально. Это какой-то лабиринт. Уж чтобы куда-то добраться, надо прям подумать. Мне, куда, кстати, напоминает это уровень из Half-Life 2, где уже этот Гордон перемещается. Да? Да, через портал. Слышь, Куёка, я именно принципиально хочу тебя убить первого. Так. Да. Еще никто, да, не умер? Нет. Ножкой ударим, а потом он упадет. Если бы еще, знаете, было бы мне доступно землетрясение на этой карте. Это было бы жестко. Кстати, мы можем снять землетрясение в этом лабиринте. Вот это будет вообще. Или какую-то смерч запустить. О, вижу жертву. Смотри наверх. Все, теперь я вижу вас, но я не догоню. Теперь я буду за одним гнаться бесконечно, пока не упадет. А потом еще бесконечно за кем-то? Ну да, нет, когда нас будет двое, уже будет намного легче. По кругу решил бегать? Ах ты жопа собачья. Опа! Отлично, отлично. Я буду сейчас А, он не телепортируется. Ребята, было бы классно, если бы я мог ТП-хаться. Так, а я не могу прыгать! Ах ты жопа! Вы мне что, тролли собрались? Ребята, это ролик, где мне подписчики будут Я не могу туда прийти! Куёка, ты веселый таракан, который бегает. А вы знаете, что я могу на расстоянии ножом бить? Даже если вы будете 5 метров от меня, ножик достает. Так что давайте будем бить, кого кто-то высоко стоит, я буду их пытаться убить. О, собачья морда, стоять! Ну блин, я не догоню так никого никогда. Дима, лезь к нам. Я так и сделаю сейчас. О, Куёка. Я лучше от вас уйду. Вы чё такие бы... О, стоять, собака Элла! Сейчас по-любому кто-то свалится, ребята. Вот знаете, сейчас даю минуту на то, что кто-то сейчас упадет. По-любому. Во, махаем. Гоня от фонаря. Все-таки надеюсь, что кого-то я так убью. Да это же нечестно. Как я убью кого-то? Нафига я согласился первым играть? О, вот на высоте стоит кто-то. Я его сейчас убью так, смотрите. Не, не убьешь.
Не-не-не. Я буду зато орать на тебя. Если не убью, буду орать. Криком, короче, буду скидывать. Так, фиолетовый человек, давай уже. Включайся. Это я говорю сам себе. Фиолетовый человек-молекула. Вы, Санёк, я буду говорить шухер, если он будет сюда подниматься. Ну, Йоко меня троллит. Представляете, что он делает? Такой негодяй. Блин, я уже сколько? Я 5 минут никого убить не могу. Вот ты бегаешь, Дима, а я за тебя бегал. Да я вас не убью. Я сейчас, короче, если не... Давайте, если я еще кого-то минуту не убью, я тогда знаете, кого буду брать? Переворачиваюсь в спринтрапа. А как вы хотели? А он не сильно отличается, он так же сам бьет спритирку и не может прыгать. Люди, пожалуйста, пожертвуйте кто-нибудь. Но у него есть большое преимущество, он чуть быстрый. О, я наверху, отлично! Убей. Стоять! Умер один, есть, Гусанёк со мной! Ребята, как я и сказал, в течение минуты кто-то умрет. Отлично, ну что, теперь нас двое. Ты знаешь, где находится фиолетовый человек? Так, Куё, какая же тебя убить? Ладно, тогда так, будем Куёка. Фиолетовыми человеками. Ой, я чуть не упал, стопы, не падаем. Куёк уже вышел, ты можешь его убить. О, вижу. Ой, я сейчас попробую через стенку убить. Воду в воздухе убить. А, блин, ну я не убью так никого. Так, ладно, будем надеяться, что кто-то из вас еще проиграет. Не достает мой ножик? Кстати, 23 жизни у него, давайте еще его раз попробуем скинуть. А как ты туда, зараза, забралась? Дима, привет. Дим. О, давай вместе, давай окружать. Вот тут стой внизу, он сейчас будет идти. А я попробую наверх забраться. Все, стой там. Жди его. Еще один умер. Ребята, этот троллик когда-нибудь сами погибать. Куёку. Так, смотрите, я вижу, как к нему можно добраться. Так. Есть, еще один умер. Это весело, это весело. Так, нас уже трое, четверо нас. Блин, ну прикольно, когда один останется выживший и будет реально красиво нас обманывать. Куёка, надеюсь, это будешь ты. Так, давайте будем как-то сгонять Куёку. Как же это сделать? Вот, Дим, подам тебя. Нет, не надо, ты чего? Попробуй через полы тебя убивать. Может, достанет? Я собрался! Есть! Еще один умер. Он уже умер. А, ну это двойное убийство. О, давай я тебя буду подталкивать. Давай, иди, я тебя толкаю. Нажимай вперед. Гусанёк, давай, нажимай. Оно не работает так. Это я долго забираюсь. Пока я заберусь, уже 100 лет пройдет. А если он... Давайте посмотрим. У Куёка 100 жизней. А что у него жизни полные? Думгай, подожди. А что за 4? Думгай, подожди, я сейчас... Вижу. Давайте за ним. Мочи его! А ты что думал, если быстро бежать, как раз он добегает туда. Так, все за ним. Все за ним. Нет, вы меня не достанете. Блин, бегаем. А я найти никого не могу. Блин, в этом ролике еще никого не убил. Да не может быть. Так, будем Куёку как-то думать потом доставать. Я чувствую, что он будет последний. Давайте кто-то будет последний, сможет оружку использовать. Прикольно будет? Хорошо, Дим. А ты сейчас умрешь, ты думаешь, ты будешь вечно жить, мы тебя сейчас убьем. Куёка не один. А вы видите его? А давайте перекличку, кто остался еще в живых? Я. Вот трое еще, да? Да. Вы что, офигели? А нас пятеро, поэтому мы вас убьем. Ну-ка. Бежим. Так, я думал, что... Вот я вижу. Видишь, да? Давай инфу, где он? Ну, конечно, тут непонятно. А, на коврах, да? Он вниз идет. О, что это за звук был? Он упал. Есть, все. Двое осталось живых. Да. Ой, блин, чуть не убил. Так, давайте будем как-то думать, Куёку убить. Я сейчас догадаюсь, у меня шайкью есть небольшое. Используйте админский пистолет. Нет. Так, давайте думать, может как-то... Ооо, может сверху как-то резко упасть? Нет, не получается. Так, Куёка решил зачитерить, да? Да-да. Тут уже... О, один упал. Ну все, он использует читы. Не, он не читы использует. Он использует IQ. Дим, смотри, сейчас один заберется. Я вижу, осталось чуть-чуть ему. Надо ему помочь. Если ты меня будешь подталкивать, это не поможет. Вы чё? Помогает, да? Помогает. Кстати, да, давайте. Еще раз давай с разгону. Подтолкнула!
Сейчас еще раз, стой. Видишь, а ты мне не верил. Все, осталось чуть-чуть тебе. Давай. Дайте попробую ударить. У Йоко убежал? О, кто-то поумирал. Убежал? Да. Значит, ты наверху по-любому там стой, потому что он опять туда придет. О, я забрался. Все, стой там. Так, а мы Куёко гоняем, нас же много. Куёко, ты проиграешь. А подождите, а Куёко последний остался или еще кто-то? Нет, я еще там есть. Еще один. Он в другую заразу поднялся уже. Ну все. О, ты поднимайся, я тебя буду подталкивать. Давай, так и стой. Ай-яй-яй, не получается. Ты зря это отбросил вперед. Все, держи вперед, держи. О. Вот давайте я попробую ударить ножом, может ты поднимешься? Ой. Кстати, возможно подняться. А ну ударь меня ножом. О, спасибо, отлично. Я догадался, как можно его убивать. Все, короче, я уже занял вышку эту и тоже. Их тут всего две. Так, я вижу, Куёко бежит. Давай. Так, дядя Куёко, стоять. Сейчас вы его убьете. Он упал. Не упал? Не упал. Он упал немного. Но у него жизнь, видите, он не умер. Думал, что он вниз карты упал. Зато я упал. Давайте проверим, если я упаду, у фиолетового человека жизнь отнимается полностью, а ну-ка. Ой-ой-ой. Да, независимо, сколько у тебя жизни. Ты умер. Бомпер, еще раз я умер. Вижу тебя. А че два раза умер? Это очень странно. Надо. Бомпер, стоять. Бомпер. Ну, Куёко, ты молодец, я тебя вообще уважать стал на 1% больше. Ну все, Куёко, не просто Куёко, он дядя Куёко. Дядя Куёко, я помню, да, этот ролик, когда мы так говорили. Так, все выдвигаемся за ним. Где дядя Куёко? А дядя Куёко опять, наверное, да, залез куда-то? Вот это вот. Так, надо придумать тактику, как же их убить, надо окружение какое-то сделать. Так, ну тут я никого не вижу вообще. Что за фигня, вы где? Боже, он Дима, тут в самом низу? Можно просто скинуть на сервере бомбу и все. Нет. О, все, Думгай проиграл, да? А, нет, он давно уже проиграл. А я проверял, видите, тоже запомнили. Я просто упал. Ой-ой-ой, вот скажешь про говно, вот. Сейчас в зеркало смотришь. Дим, давай вернем правила. Минута проходит, потом спринт-трап. Нет, тогда не будет. Да нас сильно много, какие спринт-трапы, вы че? 100 тысяч человек бегает. Где этот дядя? Где этот дядя? Дядя, ты где? Блин, ну я не вижу вообще ни одного игрока. Вот честно, вот бегаем, а я никого не вижу. Ой, упал, мужики. Куёка, есть! Куёк! Ну что, кто остался последний, можешь брать оружие. Ампер. Все, Ампер, бери оружко. Какое? Да какое хочешь, можешь в автоматы, пулеметы. Только ядерку не бери. Ядерку нет. Миниган, да. О, миниган будет нас скидывать. Ну давайте, идите сюда. Ну давай попробуй нас поскидывать. Идите сюда. А где ты, хоть скажи? А я на главной точке теперь. А где главная точка? Где? Он убил уже одного. Еще одного убил. А че он так жизни много? А, ну да, у нас-то жизни мало, в принципе. Так, пацаны, я не буду сейчас высовываться, буду стараться аккуратно его убивать. О, нет, я упал. Упал, блин. Упал? Ура! Так, ребята, давайте, знаете что? Я хочу один быть выживший, а вы за мной погоняетесь. Согласны? Ну что, давайте, погнали. Ножевщики, где вы? Димас, если что, все умерли не из-за того, что кто-то их убивал, а потому что они все упали. И на это был расчет. Мы с Кеком вообще упали. Да. Ну что, вы ищете меня? А, ты зашкерился? Ну да, я немножко хочу повыживать, хотя бы минуту успеть. Дима, но я могу дать знак, где я? Упадешь? Я могу пострелять, хотите? Давай. Слышали? Я слышал. Я бегу туда. Давай. Привет, Дим. А ты где? Где он? А я сверху. Он сверху? Я сверху. Уйди. Вон он, вижу. Так. Дурак, что ли? Чуть не упал. Помогите! Помогите! Спаси! Есть! Вот это я вообще в нычку забыл. Класс! Мужики, я знаю, у меня есть план. Давай, покажи, как меня убить. Мужики, подтолкните меня сейчас. Меня лучше. Вот это нычка, ребята! Вы знали, что так можно? Я нет. А, ну меня тогда не достану, давайте я спрыгну. Потому что вы меня реально не убьете. Ну что, давай, я спрыгнул. Покажите вещи, я побегаю здесь немножечко. Он уже спрыгнул. Так, я уже бегаю по кругу. Видите круг? Да не надо.
Молодцы. Пацаны, я по кругу бегаю, где большой вот центр карты. О, отлично. Побежали, побежали. У меня 30 жизней, кстати. Шанс вообще выжить мал. Привет. Слушай, Дим, как твои дела? Хорошо все. Промахнулись, промахнулись. Это, блин, стрёмно, ребята, когда я один. Опа, хотел стрел зашкериться, думал меня убить. Я обиделся. Ты чуть не упал, еще чуть-чуть. О, потолкни меня, ну, мужик, потолкни меня. Отлично, отлично, отлично. Я выживаю. В воздухе нельзя корректировать полет. Ну, блин. Ладно, я хорошо выжил. Я поддался вам. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, где взрыв? Эй, ух ты. Красота.